В актовом зале Видновской школы номер 10 собрались дети, о которых по праву можно сказать, они гордость Ленинского района. Это те, кто представляет наш муниципалитет на областных и федеральных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, в самых разных сферах деятельности – технических, гуманитарных, спортивных. Традиция чествовать одаренных детей появилась в 2007 году. И вот уже 11 лет такие ребята имеют возможность получать именные стипендии губернатора Московской области и главы Ленинского района. Я многих знаю, тех, кого мы традиционно чествовали в прошлые годы. И каждому из вас благодарен за то, что вы всегда ведете активную жизненную позицию. Вы всегда говорите, вы можете на нас рассчитывать. Спасибо вам за это большое. Отдельно еще раз поздравляю. В этом году именной стипендии губернатора региона удостоилось 20 школьников Ленинского района. Значительно больше ребят получили возможность стать стипендиатами главы муниципалитета. На сцену вышло 50 детей, чтобы торжественно получить свои дипломы. Это мотивация. Сейчас я получил муниципального района, дальше есть мотивация получать губернаторскую. Значит, не зря работаю. 11-летняя Евгения Захарова стипендиатом становится не в первый раз. В копилке девочки десятки почетных наград. Особенно их много в сфере творчества. Она рисует, танцует и пишет стихи. А свою жизнь Ксения хочет связать с балетом. Я думаю, что балет мне дается легко, и он очень красивый. Еще одна творческая личность – ученица Видновской гимназии Валерия Гаврилова. Несмотря на множественные грамоты в литературно-художественных конкурсах, девочка львиную долю своего времени уделяет иностранным языкам и хочет стать дипломатом. Профессия дипломат для нее необходимо знание языков и урегулирование отношений между странами. Очень интересно разбираться отношения между людьми, что мотивирует их в каких-то определенных ситуациях, конфликтные ситуации тоже. Каждый обладатель именной стипендии главы Ленинского района получит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, а от губернатора Московской области 27 тысяч. Хороший стимул для новых свершений. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.